Протирайте все. Ототрите фигурки на столке. Нашел что-нибудь на стуле? Либо кровь и сперму, либо китченес. Главное, ототри все. Протрите поверхность стола. Наверняка на ней он их и загибал. Прошу прощения. Здравствуй, сын мой. А чем вы заняты? В отношении чего, мальчик? Ну, по-моему, вы трете и отмываете наши столы и стулья. Нет, происходит отнюдь не это. Твоего священника тут вообще не было. Был, я с ним играл. Да ты что? Советую взять кончисмыв. Что за кончисмыв? Мы просто очистим твой дух, мальчик. Слава Иисусу Христу!